Сюда пришли и увидели, какое здесь происходит безобразие и мерзость запустения. Но, если честно, очень ужаснулись, потому что здесь были и кучи бутылок, и мусора, и фекалии, прошу прощения, и шприцы. Люди, которые употребляют, тоже здесь кололись. Бетонный памятник красноармейцу также приобретает давно забытый лоск. Хмурый взгляд и боевой стан. Он охраняет покой десятка солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны при освобождении Ростова-на-Дону. К этим героям особое отношение.